ВВП США вырос до максимума за 4 года. Нынешние темпы экономического подъема в Америке являются максимальными с третьего квартала 2014 года. Министерство торговли США сохранило оценку роста ВВП во втором квартале на уровне 4,2% в пересчете на годовые темпы. Об этом свидетельствуют обнародованные окончательные данные, сообщает Интерфакс в четверг, 27 сентября. Аналитики в среднем ожидали ее повышения до 4,3%. Нынешние темпы экономического подъема в США являются максимальными с третьего квартала 2014 года. В первом квартале текущего года американский ВВП вырос на 2,2%. Оценка роста потребительских расходов, на долю которых приходится 70% ВВП США, была также оставлена без изменения – 3,8%. Между тем рост индекса PSCOR – Personal Consumption Expenditures, excluding food energy, который отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, был пересмотрен до 2,1% с 2%. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые не ожидали изменений. Минторг планирует опубликовать первую из трех оценку изменения ВВП США в третьем квартале 26 октября. Напомним, экономика США начала расти быстрее прогнозов. Наибольший вклад в их пересмотр прогнозов внесла компонента роста потребительских расходов. Потребление в США растет опережающими темпами. Ранее президент США Дональд Трамп пообещал американцам новое экономическое чудо. По его словам, если бы не было ураганов, то в прошлом году экономика выросла бы еще сильнее. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://team.correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.